Кошетников Федор, пятый класс. Андрей Прошин, дедушкин рассказ. Вчера мне рассказывал дедушка Женя. Отряд партизанов попал в окружение. Осталось у них 18 гранат, один пистолет и один автомат. Все больше в отряде погибших бойцов, все крепче фашисты сжимают кольцо. Они за кустами, они за камнями, и крикнул мой дедушка: «Родина с нами!» И все побежали навстречу врагу, и стали гранаты бросать на бегу. Все храбро сражались, о смерти забыв, и вдруг удалось совершить им порыв. Сквозь лес по болоту они уходили, а деда медалью потом наградили.